помнишь историю про Северный поток? Что? Я уже и забыл. Но теперь появились новые данные. Статья Wall Street Journal от 14 августа. У них теперь новые исполнители. Вечернее застолье, арендованная яхта и настоящая история подрыва Северного потока. Это какой-то бред. Они утверждают, что какие-то алкаши. Они говорят, что некий бизнесмен профинансировал недорогую операцию, которая была утверждена генералом, а потом ее утвердил еще и президент Зеленский, но потом безуспешно пытался ее отозвать. Это такой бред. Знаешь, кто на самом деле все сделал? НАТО и Соединенные Штаты при поддержке Норвегии. Вот Джо Байден. Вот Джо Байден говорит, что это было, когда он еще мог разговаривать, что Северного потока больше не будет. Больше не будет. Северного потока 2 больше не будет. Мы покончим с ним. Да, я знаю одного пьяницу. Но как именно вы собираетесь это сделать? Пьяная вечеринка на яхте. Ведь сам трубопровод и контроль над ними находятся у Германии. Я обещаю вам, что мы сможем это сделать. И сделаем мы это при помощи морских котиков, при помощи сильной взрывчатки. На тот момент взрывчатка уже была заложена. Да, она уже была установлена. А вот Энтони Блинкин. Это также великолепная возможность, раз... Вот что сказал Энтони Блинкин после подрыва Северного потока. Послушайте. Это также великолепная возможность... Великолепная возможность! Раз и навсегда покончить с зависимостью от российских энергоносителей. И таким образом... отобрать у Владимира Путина возможность использовать энергоносители в качестве средства достижения своих имперских целей. Это очень важно, и это открывает великолепную стратегическую возможность. У меня вопрос к госсекретарю Блинкину. А что насчет вреда окружающей среде из-за крупнейшего выброса парниковых газов? Ведь я думал, что именно таких вещей я и должен опасаться. Давайте послушаем Викторию Нуланд. Она тоже что-то говорила. Ну, давай, почему? Виктория Нудлман, ее настоящая фамилия Нудлман. Она изменила ее на Нуланд. Вот, фамилию своего мужа, дебил. В отношении Северного потока 2 мы продолжаем постоянные и открытые переговоры с нашими немецкими союзниками. Так что и с вами сегодня я буду откровенна. Если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе, но Северному потоку 2 не быть. Чего? Не смогли бы еще яснее дать понять, что они собираются взорвать Северный поток, да. Верно? Но вот вышла эта идиотская статья Wall Street Journal. И я не шучу, вот она. Они утверждают, что некий бизнесмен профинансировал недорогую операцию. Хочешь, я прямо оттуда зачитаю? Сейчас зачитаю прямо оттуда. В мае 22-го старшие офицеры украинской армии и бизнесмен собрались, чтобы отпраздновать невероятный успех их страны по сдерживанию... Погоди! Чего? Ладно, продолжай. И кто-то пьяный и охваченный патриотическим чувством предложил... Сама по себе формулировка похожа на насмешку. Невероятный успех по сдерживанию российского вторжения? Именно поэтому им нужны деньги? Поэтому им постоянно нужны деньги, потому что все идет хорошо? И поэтому они праздновали, эти придурки? Поэтому они хватают молодых парней на улицах и насильно отправляют... Надо было сказать, что взорвали инопланетяне. Если бы они все свалили на инопланетян, то это звучало бы более правдоподобно, чем то, что ты зачитываешь. И кто-то пьяный и охваченный патриотическим чувством предложил радикальный шаг. Эй, а давайте взорвем Северный поток. 4 месяца спустя, ночью 26 сентября, скандинавский сейсмолог уловил сигналы, указывающие на подводное землетрясение или вулканическую активность в нескольких сотнях миль рядом с датским островом Борнхольм. Это было вызвано сильнейшими взрывами и самым крупным выбросом природного газа, эквивалентного годовым выбросам CO2 всей Дании. Погоди, они что, 4 месяца пили? Не так, они придумали этот нелепый план. И осознали, что для его реализации им нужно оставаться пьяными. Нужно продолжать. Все 4 месяца? Этот один из самых дерзких актов саботажа в современной истории усилил энергетический кризис в Европе.
По международному законодательству, нападение на критическую инфраструктуру может рассматриваться как военное действие. Было много теорий по поводу виновника. Может, это было ЦРУ или это сам Путин привел в действие этот план? Зачем Путину взрывать свой трубопровод? Все теории были, что это наше правительство. И вот теперь впервые появились данные о том, как все было на самом деле. Да ладно, о боже. Украинская операция. Да пошли вы. Так все и было. Согласно участникам, эта украинская операция обошлась примерно в $300 000. Туда вошла аренда небольшой яхты. Ну да, хватит и яхты. С экипажем в 6 человек, включая обученных гражданских дайверов. Среди них была женщина, чье присутствие помогло созданию иллюзии, что это просто друзья, которые просто отдыхают. Мне всегда смешно, когда я читаю, как СМИ говорят о какой-то крупной операции, включавшей спецслужбы. Это все потому, что это правда. «Подлодки, дроны и сателлиты», — сказал один из офицеров-участников. «Весь план зародился во время ночных возлияний, людей и железной воли. Это все такое... Это было преступление. Ты сейчас зачитываешь, что это все было преступление». Да. Что значит «вы»? Согласно одному офицеру-участнику и 3 людям, знакомых с планом, президент Украины Зеленский сначала поддержал план. Но потом, когда о плане узнала ЦРУ и попросила президента остановить все это, то он приказал все прекратить. Ну да, ЦРУ — это голос разума. Но тем не менее, главнокомандующий Зеленского Валерий Залужный, руководящий всей операцией, приказал продолжать. Наше издание поговорило с 4 высокопоставленными украинскими чиновниками из Минобороны. Это все просто невероятно. А, так это все вам украинцы рассказали? Ну, значит, да. Это все вранье. Именно так. Если это сказали украинцы, то значит, это, сука, вранье. Это же элементарное правило. Кое-что из этого подтверждается 2-летним расследованием немецкой полиции. Господи боже! Которая нашла доказательства, включая имейлы, переговоры через мобильные и спутниковые телефоны, а также отпечатки пальцев и образцы ДНК предполагаемой команды подрывников. Так их будут судить? Немецкое следствие напрямую не связывает президента Зеленского с этой секретной операцией. Генерал Залужный, являющийся сейчас послом Украины в Англии, в переписке сказал, что он ничего не знает ни про какую операцию, и все заявления обратного являются настоящей провокацией. Итак, тот, кто, по их словам, был главой всего этого, все отрицает. Так кто же признается? Тот, кого никто не знает? Значит, я должен верить не Сеймуру Хершу, а этому бреду? Да, мы должны в это поверить. Украинские... Ведь это же Wall Street Journal. Украинские войска... Конечно, а где же еще? Добавил он, не имеют права участвовать в зарубежных операциях, так что они никак с этим не связаны. Высокопоставленный чиновник главной украинской разведслужбы, СБУ, отрицает участие своего правительства. Итак, наверху все отрицают. И есть какие-то ряженые, говорящие, что это они. И при этом подмигивают. Да. А я должен такой, ну да, эти отважные украинцы. И да, это преступление, но мы не обращаем внимания на такое, так как Путин, бла-бла-Путин. Путин публично обвинил в подрыве Соединенные Штаты. Посол России в Берлине поддержал это заявление и сказал, что немецкие следователи — это сказочники уровня братьев Гримм. По мне, так в сказке легче поверить, чем в это, так что он не прав. Это все может ударить по отношениям между Киевом и Берлином, который отправил на Украину немало денег и вооружения. Больше отправила только Америка. Некоторые немецкие политики, чтобы не уменьшать внутреннюю поддержку военной помощи, могут закрыть глаза на доказательства, указывающие на Украину. Но немецкая полиция политически независима. Ну да, все именно так. Продолжай. Так что она ведет независимое расследование, которое ориентируется только на доказательства. Атака такого масштаба является достаточной причиной для применения пункта по коллективной защите устава НАТО. Но наша критическая инфраструктура была взорвана страной, которой мы помогаем поставками вооружения и миллиардами наличных денег, заявил высокопоставленный немецкий чиновник. А вот что пишет этот парень. Итак, официальная версия подрыва Северного потока по версии Вашингтон-Пост. Что Зеленский лично приказал этому Залужному, бывшему главнокомандующему вооруженных сил Украины, осуществить подрыв. Но потом ЦРУ попыталась их остановить,
Но украинцы не послушались и сделали по-своему. Вау, хочу обратиться к нашим добросовестным сотрудникам ЦРУ. Говно и вы, и ваша служба. Даже если поверить во все это, а верится с трудом, то любопытен сам факт того, что официальная версия сейчас такова. Германия последние 2.5 года отправляла десятки миллиардов евро и огромное количество военной техники в страну, которая совершила худший акт индустриального терроризма в истории против Германии. Отсоси, Германия! Что привело к серьезному экономическому спаду. И все это, чтобы воевать со страной, которая построила этот трубопровод. Эй, вы, бескребетные европейцы, наслаждайтесь теперь энергетическим кризисом за то, что вы поверили во всю эту хрень. Наслаждайтесь! Томас Хинниган пишет, «Если вы на самом деле верите, что это было сделано какими-то упрямыми украинскими войнами, то вы невероятно доверчивы. Вы, наверное, даже вакцинировались. Это все отвлекающий прием, чтобы вы не смотрели на истинного виновника, НАТО». А вот что пишет Томас. «Я постоянно писал о том, что к этой атаке приложили руку Соединенные Штаты. А здесь я указываю на то, что поведение Германии абсурдно, даже если верить официальной версии, где виновата во всем Украина. Думаю, это довольно очевидно. Вот как-то так». Так это он написал статью в Wall Street Journal? Разве это он? Я не знаю, кто этот парень. Ну, если это он написал эту статью в Wall Street Journal, то там все не так очевидно. Вот то, что он пишет в Твиттере, это другое дело. Но это не то, что я понял из статьи. А вот человек пишет, «Не верьте во все эти бредовые истории СМИ про подрыв Северного потока. Когда источник из спецслужб дает информацию журналисту, то в таком случае целью является не раскрытие истины, а продвижение определенного нарратива. Журналисты позволяют себя использовать, даже когда осознают, что помогают распространять очевидную ложь. Вот что мы точно знаем, а это мы знаем точно. И Джо Байден, и Виктория Нуланд говорили о том, что если Россия вторгнется на Украину, то поставка газа в Германию прекратится. Даже Энтони Блинкен заявил, что это является великолепной возможностью. Не так уж и важно, кто конкретно являлся исполнителем, но то, что ЦРУ и Пентагон в этом не участвовали, это просто немыслимо. И также немыслимо, чтобы немецкие следователи проводили расследование по своей собственной инициативе. Главный вопрос в том, зачем именно сейчас ставить Зеленского в такое положение? Вот. Да. Итак, вот она, самая последняя бредовая история из всех рассказанных бредовых историй. Ну а я, как хороший демократ, думаю только о том, чтобы первая цветная женщина стала президентом. А больше ни о чем я не думаю. И я все еще верю в изменение климата, хотя страна, которую я поддерживаю, устроила самый крупный выброс парниковых газов. Самый крупный. И я не вижу здесь никакого противоречия, а тебе вообще не надо было мне все это показывать.